Здрасте. А что с машины? 200 рублей. Понятно. А мы по работе приехали. Вы квитанцию можете выписать, чтобы мы в бухгалтерию отдали? Так, у меня эта бухгалтерия не примет. Тут ни реквизитов, ничего нету. Озеро, в народе называемое Песчанка, одно из популярных мест отдыха. Даже в среду утром тут немало отдыхающих. С каждой машины на проходной взяли 200 рублей. Вот только за что? Качество берега оставляет желать лучшего. Устраивает все? Ну, грязновато. Мы вот отдыхали там с палатками. Там даже, я бы сказала, не убирают. Побеседовав с отдыхающими, становится понятно, люди недовольны, но куда деваться, говорят, такие шлагбаумы перед каждым пляжем стоят. Возвращаемся на проходную, но уже с камерой на плече. Вы предоставляете документы, на основании которых здесь работаете? Есть? Можно посмотреть? Вот, значит, этого я могу вот дать номер хозяина. Все, номер хозяина? А здесь документы какие-нибудь есть? Да, вот могу показать. Давайте, покажите. Документы доверия не вызывают. 5 невнятных листочков с крайне скудной информацией. Среди отдыхающих нашлись и те, кто решил пойти с проверкой дальше и передал копию договора юристу. Сам договор, то есть он вызывает улыбку, наверное, только потому что он вообще абсолютно не соответствует, ну, как бы, тем требованиям, которые, ну, предусматривает Гражданский кодекс. Во-первых, то есть от юридического лица не указано ни директора, ни руководителя, то есть ни фамилии его, никого нету. То есть просто общество. Нина Елунина, бывший сотрудник МВД, говорит, если вам подсовывают сомнительные документы, то лучше обратиться в полицию или прокуратуру, но можно и самостоятельно проверить, чем занимается фирма и вообще существует ли. К примеру, фирма «Форсайт», чья печать красуется на якобы пропуске в рыболовное хозяйство, на самом деле по документам торгует моторным топливом, включая авиационный бензин. Всю эту информацию можно абсолютно свободно найти на сайте налоговой. Достаточно просто ввести номер ИНН. 200 рублей за въезд, непонятный чек в руки, а по итогу что? Пляж-то грязный, под ногами разбитое стекло, окурки, мусорницы переполнены, рядом ходят коровы, а про состояние туалета вообще не хочется говорить. Местные жители говорят, привыкли, и говорят, наверное, так везде. Но оказывается, нет. Усть-Мана, проходная, под карнизом ксерокопии всех документов. Въезд сюда 300 рублей с машины за сутки. Но если приехал ненадолго или не хочешь платить, оставляй машину и проходи бесплатно. Бросается в глаза и чистота на пляже. Ну, если сравнить, например, с белье и шира, то 300 рублей – это вполне нормальная цена. Здесь чисто, убирается, правда, вот невдалеке кучка, но, видимо, ее уберут к вечеру, я надеюсь. Нормально оцениваем. Пакеты выдают, под мусор, мусора, видите, нету. Следят же за этим всем. Однако у отдыхающих есть вопросы и к тем местам, где, казалось бы, все нормально. Например, можно ли в таком живописном, а скорее и заповедном месте ставить машину в нескольких метрах от воды? За этим тоже надо следить. На бесплатных пляжах ситуация такая же, даже хуже. Мусор здесь в воде, над водой и под водой. Жители говорят, неужели, чтобы нормально отдохнуть, надо обязательно платить? Разве администрация не может перевести пляж в порядок и дать сибирякам возможность красиво отдохнуть в наше короткое лето? Димит Лабушев, Дмитрий Кутько, Михаил Ткачук, Афонтова. Новости.